и опубликовал фото на своей страничке, а посту назаглавил «Письмо русской матери». И кончался пост пафосным стихотворением Михаила Светлова «Итальянец». Черный крест на груди итальянец, ни резьбы, ни узора, ни глянца, ни богатым семейством хранимым и единственным сыном носимый. Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты Наполя? Почему ты не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о вулкане далеком, как я грезил на волжском приволе хоть разок прокатиться в гондоле. Но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето. Разве пули мои просвистели над священной землей Рафаэля? Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю, и нет справедливости справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах.